В Государственном архиве Павлодарской области состоялся круглый стол, связанный одной судьбой, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий и голода. Ежегодно с 1997 года в Казахстане отмечается одна из самых трагических страниц истории Казахстана – День памяти жертв массовых политических репрессий и страшного голода, унесшего жизни миллионов людей. Огромная роль по увековечиванию памяти жертв политических репрессий отводится именно архивным работникам. Несмотря на то, что тема массовых политических репрессий уже достаточно изучена, в Казахстане существует много ученых, которые занимаются исследованием этой темы, но до сих пор существует еще очень много белых пятен в этой истории. Мы говорим о том, что архивы открыты в Казахстане, о том, что именно архивы содержат наиболее ценные сведения, которые позволяют эти белые пятна истории устранить. Ветераны архивной службы поделились опытом своей многолетней работы по комплектованию Государственного архива области документами о массовых политических репрессиях и созданию уникальной коллекции обезвинно пострадавших в годы репрессий. Считаем, что документы, включенные в коллекцию, уникальны по своему историческому значению. Ценнейшую ее часть составили воспоминания репрессированных, которым удалось выжить в лагерях, в лагерных застенках, а также их родных и близких. Воспоминания уникальны еще и по силе своего эмоционального воздействия. В фойе областного архива расположилась фотовыставка с уникальными документами, рассказывающими о деятелях партии «Алаш» Павлодарского уезда. Это документы исполнительных и партийных органов. Большая часть документов экспонируется впервые. Это документы, рассекречены в 2016 году Павлодарской областной прокуратуры. Это наблюдательные и надзорные дела по жалобам заключенных, из которых мы выбрали именно документы деятелей партии «Алаш» и людей, которые были осуждены. Либо за сочувствие взглядам этой партии, либо за принадлежность к этой партии, либо за связи с представителями этой партии. Участники круглого стола были едины во мнении, что трагические страницы истории забывать нельзя, и обозначили мероприятия на будущее в данном направлении. Валентина Леонова, Алексей Мехедов, Ертыс-Акпарат.